Добрый день, уважаемые любители зимнего отдыха! Представляем новинку для активного отдыха в зимний период – мотосноуборд. Мотосноуборд MSB Snike является многофункциональным агрегатом, предназначенным для активного отдыха. Небольшой вес и компактные размеры позволяют перевозить его без специального оборудования. А для того, чтобы стать обладателем, не требуется никакой сертификации или регистрации. Вы можете легко взять его с собой, куда бы ни направлялись – за город, на отдых, на рыбалку. Эта доска способна развивать скорость 40 км в час и управляться при помощи вашего тела. Вот это ручка управления. Можно менять по наклону. Здесь установлен двигатель Лифан 6,5 лошадиных сил. Далее здесь два вариатора. Один вариатор, второй вариатор. Здесь цепная передача. В основе мотосноуборда лежит гусеница. А с нее ходу буран. Вот здесь, значит, прицепное устройство. За него можно там, ну, катать детей, там что-нибудь цеплять, какое-то устройство. Лыжи те же самые. Эксплуатация мотосноуборда осуществляется стоя. Объем бака 3,5 литра, которых хватает, чтобы преодолеть расстояние в 30 километров. Скорость контролируется с помощью рычага газа, расположенного на правой стороне руля. Чтобы выполнить поворот, нужно наклонить аппарат в сторону поворота. Мотосноуборд Snike прекрасно подходит для сноубординга в районах, не имеющих специально оборудованных трасс, а также для эксплуатации в условиях, где передвижение на снегоходах затруднено или запрещено. Сейчас прокачусь на любимые холмы. Кататься на нем не сказать, что сильно просто, надо тренироваться немножко. Управление мотосноубордом несложное, но требует определенных навыков, которые можно быстро освоить. Кроме того, поездка – это отличная физкультура на свежем воздухе. Этот аппарат может служить вам как для развлечения, прогулок, спорта, так и для работы, заменяя собой мотобуксировщик или мини-снегоход. Фу! Классная штука! Дарит море эмоций, вообще непередаваемых. Я даже еще раз прокачусь. Кружок сделаю. Мы его тестировали 3 года, прежде чем заняться этим производством. И потом поняли, что штука эта неубиваемая. Каждые выходные мы стремимся провести на природе теперь. Очень приятно упасть в снег и побалдеть. Кто хочет держать себя в тонусе, поднимать настроение на природе, это